Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у нас 13 мая, и я показываю свою рассаду перцев, потому что на этой неделе они у меня поедут на дачу в парничок. 2 апреля я показывала перцы и рассказывала, что когда я подготавливаю почву и высаживаю проросшие семена перца, то до высадки их в открытый грунт я ничем не подкармливаю их. И вот вы посмотрите, какие они у меня. Необыкновенная зелень. Необыкновенная. Но единственное, что я сделала, чтобы они сильно не вытянулись, я, конечно, пролила атлетом. Атлет, он сокращает рост, но укрепляет корневую систему. То есть, очень хороший препарат, кстати. Посмотрите, эти у меня, вот сейчас подойду. Вот эти были пробные в первых числах февраля, я их высаживала. А вот в тортовой коробочке, это в конце февраля. И вот посмотрите, они сравнялись, практически сравнялись. Вот, посмотрите, бутоны, это оранжевое чудо. Посмотрите, как, ну это красота, просто красота. И здесь они вот вытянулись тоже с бутонами, тоже. И вот, ну все, практически все они у меня с бутонами. Мои дорогие, заходите на мой канал, смотрите мои ролики. И всего вам доброго.